Есть хороший вариант предоставить петь весь концерт Андрею, и все. А я, ну, естественно, буду на концерте, но просто... Фу, тяжелый момент, тяжелый вопрос. Меня никто не понимает почему-то. Алексей Юрьевич, тем более. Мужчина, они мужчины все-таки, да, у них все по-другому, не на уровне чувств, эмоций, на рациональном. И как бы всегда все будет хорошо. Типа, всегда же выкручивал, Саш. Всегда все делал, Саш. Все сможешь. Смогу. Но не так. Всем привет. Знаете, что хотела сказать? Сон – это важно. Очень важно. А еще... у меня вот такого... Нет, у меня было такое очень давно на каких-то съемках, вроде на «Невесте Камдива». А, и на «Отеле Фениксе» сильно было. Оказывается, очень сильно умеет кожа уставать от грима. И что с этим делать? Мне посоветовали именно взять маску, но я взяла не маску, а какой-то этот, как это, эссенцию, не эссенцию, с витамином С. Витамин С достаточно, ну, хорошо восстанавливает. И вот у меня один день, чтобы хоть как-то восстановить кожу. И сон. Сон восстанавливает все. Так что спите. Спите много. И в свое удовольствие. Но пересыпать тоже плохо. Я не люблю, когда я слишком много сплю. Тогда я вообще мало люблю спать. Но тут, видимо, за все эти дни оно накопилось. И вот я чуть-чуть погуляла сегодня, совсем чуть-чуть по Минску погуляла, вернулась в номер и просто рухнула, заснула, не представляете как. А сама я всегда просто всем говорю, да нет, я не люблю спать. Люблю. Люблю, когда сна нету долго, люблю. Организм любит. Доброе утро всем, посмотрите, какой хороший. Ты... Да, на солнышке, конечно. Ой. Так группа сначала испугался наша. Вообще, и пробеги. Вот. Я бы тоже сейчас легла. Я бы сейчас тоже так же легла. Вся группа бы сейчас легла на пару минут. Ой, это солнышко. Доброе утро всем. Посмотрите, какой хороший. Ты... Да, на солнышке, конечно. Ой. Так группа сначала испугался наша. Вообще, и пробеги. Вот. Я бы тоже сейчас легла. Я бы сейчас тоже так же легла. Вся группа бы сейчас легла на пару минут. Ой. Это солнышко. Всем привет. Не знаю, что делать. К концерту я нормально подготовиться не могу, точнее, он будет хороший, но он не такой, как я всегда мечтала, как я всегда хотела, потому что я заканчиваю только 19 числа, приезжаю в Москву, у меня будет одна репетиция, без меня репетиции сделать не могут, точнее, не сделают репетицию, но это будет все так себе. Авторский материал снова мой сделать без меня не могут. Даже афишу сделали такую, что не знаю. Я не знаю, что делать. Это между нами. Такая вот какая-то обидное стечение обстоятельств у меня. Поэтому думаю, может быть, либо позже... Нет, позже его нельзя делать. Как говорит Алексей Юрьевич, что концерт будет хороший, и, в принципе, верить ему сложно в этом. Он этим занимается всю жизнь. Просто он не такой. Не такой, как хотела бы я. Не с того начинается. Не... Ой. Да. Вот так вот. Когда делают что-то без меня, все катится к чертикам. Куда-то. Что делать? Потом же в сентябре еще день рождения у Андрея. Я вообще не люблю. Я никогда не праздную дни рождения. Я ничего не делаю в такие дни. Тем более мы 22-го будем в Минске. А в Минск мы вылетаем 21-го. Поэтому у нас репетиции, когда я приеду, не будет. Будет одна репетиция. Новые музыканты снова.
Есть хороший вариант предоставить петь весь концерт Андрею, и все. А я, ну, естественно, буду на концерте, но просто... Фу, тяжелый момент, тяжелый вопрос. Меня никто не понимает почему-то. Алексей, тем более, мужчина, а не мужчина все-таки, да, у них все по-другому, не на уровне чувств, эмоций, на рациональном, и как бы всегда все будет хорошо. Типа, всегда же выкручивала, Саша. Всегда все делала, Саша. Все сможешь. Смогу. Но не так. Доброе утро. Всем хорошего дня. Что-то мне сегодня четвертая смена. Утро далось не так легко, как обычно. Видимо, накопилось и хочется спать. Но все хорошо. Все хорошо. Хотите видеть Андрея? А что ты отходишь? Это чтобы неожиданно выскочить. Я хотел срежиссировать это! Слышите его голос? Все, хватит. Чего? Что? Чтобы тебя не видели. А, ты, конечно, я без футболки. Да, и, ну, в принципе, поняли, да? Он без футболки, без всего вообще. Поэтому не могу его показать. Смуту уводит. Не могу с ним. Им поделиться. Да. Ладно. Да ладно, футболки я, футболки, конечно. Своей причем. Во всех смыслах. Так, вот смотрите, смотрите, да? Смотрите, висит. Все подарки, все эти висят. Все висит. Это вообще чудо, да, Алексей Ильич? Висит просто. Это висит. Все висит, да, Алексей Ильич? Чудо вам Алексей показать? Ильич? Вам показать чудо? Вот чудо, вот. Вот это чудо. Я даже не сомневаюсь. И не сомневалась никогда. Давай заниматься дальше. Давай. Доброе утро. Всем хорошего дня. Что-то мне сегодня четвертая смена. Утро далось не так легко, как обычно. Видимо, накопилось и хочется спать. Но все хорошо. Все хорошо. Что это такое? Дубль два! 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 Ну? Привет. Все. А, третий дубль придет. Третий дубль! Третий дубль! Сижу, жду. Да. Сегодня все такие злые, вы даже не представляете. Потому что очень много снимать. Локация один день. И нужно все снять. У нас сцен, наверное, 12 или 14. Это просто какой-то кошмар. Все злые, злые. Так вот. Ой. Главное, чтобы этот день прошел.